vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Всемирный день танца – это разрешается. Потанцуем и мы, а заодно узнаем, насколько любят танцевать наши горожане. 29 апреля – самый танцевальный день на планете. Почему? А что еще можно делать во Всемирный день танца? Конечно, зажигать под любимую музыку и любимый стиль. Площадки стадионов, школ, парков, улиц в этот день обычно забиты танцорами, которые обмениваются опытом и мастерством, а новичков учат элементарным движениям. Основная цель проведения Дня танца – привлечение внимания широкой публики к искусству танца. Все это явилось инициативой Международного танцевального совета ЮНЕСКО. В этот день мы решили выяснить, любят ли танцевать наши горожане и как они это делают. Вы любите танцевать? Да, я сигур. Вы любите танцевать? Да, мне очень нравится танцевать. А как часто танцуете? Не знаю, много раз в день, очень нравится. Сами перед зеркалом? Да. А как вы танцуете? Можете показать? Конечно. А вы любите танцевать? No comment. А вы любите танцевать? Нет, спасибо. А вы любите танцевать? Разве? Любим. А как? Не только не сейчас. Скажите, любите танцевать? Иногда. И как вы танцуете? А мы... Как вы танцуете? А мы еще не танцевали ни разу. Да? Нет. Да ладно. Отвечаю. А вы? Я только на гитаре играю. Sure. Ну а как наши мужчины кружат дам в танце? Я уже вышел из возраста танцевать, но любил танцевать. Вот могли бы со мной станцевать сейчас? Ландыши, 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 светлого моря привет, ландыши. Dance with me. Dance with me. Make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. А у некоторых нам даже захотелось взять урок. А можете меня научить тоже? Раз. Два. Три. Что у нас получилось? Спасибо огромное. Спасибо за урок. Пожалуйста. Были и те, кого и мы немного подучили. Ну надо вообще попрямляться, да? Обычно мужчины должны быть. И погружите меня. Погружите. Погружите. Еще можно погружить. Все. И теперь реверанс сделать. Все, спасибо большое. Вы обучены мною. Другие, похоже, открыли новое направление в мире танца. Вот только название пока еще неизвестно. Что
Что ж, вывод налицо. Как бы мы ни двигались, а зажигать наши умеют. Отпраздновать свой профессиональный праздник решил и столичный коллектив Vipar Dance Studio, устроив репетицию не в своем зале, а в центре столицы. Сначала немного поразмялись. Тренировались. Потом, получив небольшой разгоняй от хореографа, то там ножку не дотянули, то там спинку не выпрямили, все же показали класс. Модерн, джаз, вог – любимое направление этого коллектива, в котором танцуют дети самых разных возрастов. Ансамблю всего год, а они уже призеры и победители республиканских конкурсов. Каждодневные репетиции для этих девочек не в нагрузку, а только в радость. Если пропустили тренировку, что это для вас? Кошмар. Такая любовь неспроста. А что для вас вообще эти занятия и танцы? Все, что мы делаем, как бы все дела, то, что мы творим... Каждый день это и есть танец, это и есть жизнь, то есть танец это полностью жизнь. Как бы танец для нас все, это все. Своего хореографа, 20-летнего Влада, уже успела влюбиться добрая половина девочек. Танцуя с 7 лет, этот молодой человек всегда требователен к себе и к другим, скрупулезно оттачивая вместе со своими подопечными все придуманные им движения. Поблажек не даст никому. Танец вот для меня, он был, есть и будет, как все. Танец – это жизнь, танец – это движение, это эмоции, и все самое лучшее. Танцы – это как медикаменты. Если есть там негативные эмоции, сразу в зал и тренируюсь. Танцуем и живем, и это не высокопарные слова. Танец лечит как душу, так и тело. Не нам вам говорить. Кто раз попробовал, тот нас поймет. Кто нет – приятное открытие еще впереди. Танцуйте на здоровье. A plecat la Paris pentru a face muzică.